Показывает вам что-то такое. Рыбки. Караси, и она красная. Много карасей, и она красная кошка. Понятно. Вот такой вот улов. А ты что, Анатолий? А я что? Я смотрел, как тебе вертится. Больше ничего. Всем привет. Никита Владимирович, ты хоть и против солнца, но ручкой помаши. Привет. Приехали с Никитой, с младшим Никитой, который Артем. Вот, Никита спиннинг кидает. Я фидер закинул. Вот он мой Ярик. Короче, все в сборе, куча детей. Артем хочет на силикон. Мы вообще не знаем, на что хотим. Выходной день. В общем, короче, что получится, не знаю. Что-нибудь получится, Никит? Время провести хорошо. Время провести мы проведем. Это называется опарыш, Тёма. Личинка мухи. Вот из-за этих червячков появляются мухи. Понял? Тём. Понял. Вот так вот. Короче, как-то так. Артемка пошел с Никитой попробовать там в кому. Все, весь карась, больше ничего не клюет, кроме карася. Бель не подошла. Карасик поклевывает такой вот по ладошке. Ну чистый, без вот этого, без мучнихи или как она там. В общем, короче, без болячек. Вот. Но он весь в камышах, где там сантиметров 20-30 глубина, где вода прогрелась. Вот. А у меня сегодня жена уезжает вечером. Я приеду, ее уже не будет. То есть мне рыба и не нужна ни хрена. Что я с ней делать буду? Вот, но я упорно пока фидерок перезабрашиваю. У меня клипса осталась с прошлой рыбалки, где я нашел этот самый, как его, ракушничок. И я так потихоньку раз в 5 минуток туда пуль-пуль в кормушечку, пуль-пуль. Поклевок нигде ни одной не видел, но тем не менее. Сидим, отдыхаем. Погодка классная, наверное, градусов. Я знаю, у меня уже рука вон красная. Градусов, наверное, до 30. Слава богу, хоть солнце за тучки заскакивает бы. Иначе вообще было бы, потому что фонарь сливает воду. Мой внук, глядя на такую рыбалку, говорит, пошел я в бокс. В игры поиграю там, свои компьютерные. В общем, сижу один. Тихо. Сколько штук поймал? Ты за рыбу? Да, или... за рыбу. Рыбу пока еще не поймал. А вот то, что ты мне показывал. Ну, то пару штук. Короче, пару штук коту поймал, но выбросил, потому что не понимает, что и как. А я переместился. Вот, почему? Потому что бесперспективно сидеть на удочку, бели нет, а весь карась в камышах. И я сейчас, ну просто так, от нихер делать, я сейчас фидерок забрасываю туда в камышек. Правда, крючки у меня не на вот такого мелкокалиберного карасика, но тем не менее, ждем поклевочки, а там, глядишь, может, что и клюны. Вот, а Никита карасиков пока не поймал, но поймал там сиселезявочки, ну выкину. А коты ж придут, 100% придут. В общем, пока наслаждаемся природой. Тёмка вроде перестал требовать на силикон ловить. Ёлы-палы. Так когда-то я сделал спиннинг Никите, собрал. Очень давно. Я не знаю, сколько там лет, наверное, 10-15 назад. И вот это он его увидел в гараже, говорит, можно это будет мой? И теперь все. Ему очень нравится этот спиннинг, и он хочет на силикон. Тёмочка, мы же не поймаем тут. Я хочу на силикон. Это невозможно. Почему невозможно? В общем, хочет дитина на силикон. На поплавок так хочет. А мне так все едино. Сидим хорошо, утки крякают. Погода жарко. Не думай, слава богу. Так, видел первую поклевку. Рыбу я пока не чувствую.
Не знаю. Ну, такой карась, который там клюет, его можно и не почувствовать. Не, и нема. Вот, но тем не менее, первая поклевочка была. Ну и крючок далеко не такой. Нам червя уже подеребанили, хорошо подеребанили. Я ж тут зарядился как бы на нормальный рыб, а не на детский. Но менять не хочу, не знаю, посмотрю. Если будет нормально поклевывать, я сейчас поставлю поменьше. Может быть даже один крючочек. Потому что как-то так. Вот это оно не сможет заглотить. Вот. Только закинул. И такой квивертипчик пошатал. Это уже радует. Поклевочка. Поклевочка уже радует. Далековато, конечно, забросил. Наверное, в метре от камыша, но будем надеяться, что прикормочка подтянет. О, уже дзёба. Ну, это мелкий, он, конечно, надо посмотреть, что у меня там. Легче кормушечку сейчас поставлю бы у меня для глубины 80 грамм. И поставлю поменьше крючочки. Чтобы оно глотнуть смогло, так это он накормим. Если поймаем, конечно. Пока ищу кормушечку полегче, крючочек поменьше, клевака такая была. Но больше не дергает, поэтому пока и я не беспокоюсь. Вот. Ну хорошо, так смыкнул по-взрослому. По-взрослому. Ладно, сейчас поглядим. Теребонькает гадюка постоянно. Ну, самый кончик вертипа. Мелкий сукин сын. Мелкий, очень мелкий. Заглотнуть нормально, он даже наживку оборвать как следует не в состоянии. Так вот это тягает. Ну ничего, мы в процессе прикормки, можно сказать. Господи, что ж тебе за крючок поцепить? Да не, пошел ты, хочешь вот это, но и этот не хочешь. Китает. Бери удочку, иди до меня. Хвастаться будешь? Ну давай, ты знаешь, я за тебя порадуюсь. Что там, Тёмыч его уже облапал всего? Его. А ну-ка. Ух, нифига себе, ты тут надубасил. А у меня только этот, у меня крючочки большие, клюет постоянно. Ну так вот, динь-динь-динь, а засекаться не засекается. Не, ну лови на здоровье, господи. Ходит табунами. Вдвоем тут делать нехер, я тебе точно говорю. Вдвоем тут нехер делать, а так ты один нормально ловишь. Самое главное, что ты хотел этого. Есть контакт? Ну, вон, человек, пожалуйста. Человек, который хотел что-то... Вон, глядь, он тебе рыбу загоняет, да? Сказал, я не хочу ловить, я буду смотреть. Ну нормально пойдет. Ну, тоже неплохо. Слушай, и неплохой карасик, я думал, меньше гораздо. Ну как неплохой? Для этих мест мы же понимаем, что когда глубина 30 сантиметров, то. Да. Понятно? Неплохие. Вот так вот.
Ладно, пойду, и может я хоть что-нибудь. Ну, клюет постоянно. Я бросаю сюда в камыши. Да, но да. Не засекается. Ну что, о, на камеру глянь, какой красавчик. Ты что, тебе еще чуть-чуть и под саку надо будет? Глянь, какой карасельник. Слышь, это уже на жарку можно кидать, Никита. Да. Слышишь? Это уже Татьяна там должна ждать. А мне только-то моя звонила, говорит, ну что вы там? Я говорю, ни хрена не поймал. Говорю, Никита уже там две штучки где-то сраных поймал. А он уже тут надубасил. Уже шесть. Да, уже молодец. Такая ты без тряпки, что ли? Да, я тут логически. Понятно. Я же не был готов. А, так у меня же там три штуки. Я же думал, каждому выпишу по тряпочке. Нормально. Ну ладно, давай, молодец, мочи. Такие вот дела, ребят, пока я тут развлекаюсь вот таким поддрюкиванием. Никита Владимирович там потихоньку продовольственную программу выполняет. Жалко, что у нас только 4-5 часов. Чтобы можно было это все прямо здесь приготовить, прямо здесь бахнуть. Домой бы на такси поехали, но... Ничего, как-нибудь соберемся. Все будет добро. Теребонь твою в дивизии. Что ж ты мне взять нормально не можешь? Поставил же меньше, грузик поставил. Чуть-чуть меньше, конечно. Ну, совсем такие, как на поплавке у меня крючки не стоят. А я не хочу перевязываться, но его в баню. Нет у меня никакого желания. По-моему, я зацепился. О, выбрал. Закинул прям в камыш. Прям хорошо, хорошо. И можно сказать, практически на стук. Слышу в руку, как он там теребонькает гадюка. А ты подцепил хоть что-то? А там что, ничего не было? Нет. Офигеть, слышишь? Я распутывал, я убрал. Никита, ну ты даешь. Пришел я к Никите. Надоело мне вот это дыр-дыр-дыр. Цепляю два аппарата. Мой замыр. Сейчас, секунду, подожди мне. Пока еще с этой. И два самые то, да? Два самые. Самой девке огурец, да? Стой. Зацепляю. Нет. Давай. Показываю честно пойманный гол престижа. Давай. О! Супер трофей под названием Тарануха. Вот. Но это пойдет коту. Котику одному. На, держи. Не надо. Не надо? Вот. Разика повезет бабушке с дедушкой, они тебе подарят. Да. А почему к бабушке с дедушкой? А к кому? Домой. Домой? А кто дома жарить будет? Мама не захочет. Папа тем более. Отвезешь дедушке с бабушкой? Это, я так понял, выложил, да? Домой. Никит. Так что да. А так повезешь до дедушки с бабушкой, бабушка пожарит и вы покушаете. Нет, это не пойдет. Вот так вот, понятно? Это не пойдет. Так, послушай, это ж первая рыба в этом году. Ёлы-палы, Никита. Офигеть можно. Первое, я даже не вспомнил об этом, ты прикинь. Апрель месяца я только одну рыбку поймал, и ту сиселезявку. Ну сегодня хоть по поклевкам хорошо. У тебя так вообще прекрасно. Я в январе окуней дубасил. Не, ну тоже на спиннинг. Это просто удочка вот у меня счастливая. Вот, а? Вообще, что один из самых. А-а-а. А то было. Ну. Видишь как. А после льда мы там ходили, все по нулям. И клёва не было, да? Два раза. Ясно.
А ну на, покажи. Народу. Ты там наловил. Ты там хоть снимаешь, не? Не, не снимаю. Ну красная лампочка мигает. Что-то мигает. Она снимает. Показывает вам, что тут такое. Рыбки. Караси, и она красная. Много карасей, и она красная перышко. Понятно. Вот такой вот улов. Он маленький был. Традиционное кормление котов. Ух, ух, и побежал. А где остальные? А, их он уже кормят. Вон, рыжий идет. Шрам. Стой, Ярик, я не вижу отсюда. На ней написано Reborn? Чи этот Brain? Ну вот, неси ее сюда. Забыл подсаку. А ты же не забудь этот Reborn. Да. Да. Короче, пару слов. Вы довольны? Обязательно. Вот. На этом все. Вот. Пока. Давай.